Ну, после того, как мы переехали на 6-й этаж вот сюда, на Чернышевского, мы начали обживать не только наше свое небольшое пространство галереи, но и другие пространства этого центра. В частности, вот у нас появился такой замечательный холл, который мы планируем развивать и дальше, и хотим открыть дорогу на крышу. И там в течение лета мы планируем проводить различные мастер-классы, организовать там арт-кафе, ну и сделать здесь такое место для таких творческих посиделок. Наша галерея находится здесь же на 6-м этаже, но в отдельном небольшом помещении. Мы можем посмотреть там выставку, которая сейчас открыта. «Сентиментальное путешествие». Выставочное пространство находится не только на 6-м этаже, но и на 3-м. На этой территории размещается такая периодическая выставка. Вот сегодня мы открываем выставку Валерия Бендера, которая называется «Чувствование». Кроме того, на 3-м этаже есть прекрасный такой уголок винтажного советского дизайна. Центр проводит периодически различного рода мероприятия, задействуя вот это пространство атриума. Можно и потанцевать, послушать лекцию о современном искусстве и поучаствовать в аукционе. Вот на 3-м этаже расположен фонд «Нанук». Они представляют здесь работы своих мастеров. Здесь и керамисты представлены, и какие-то этнические вещи. Можно сказать, что это такое новое культурное пространство в городе? Ну да, безусловно. Для России это пока новинка. А вообще в Европе, в Америке это очень распространенный формат, который на базе торговых центров организовывается, потому что на самом деле одно без другого выжить не может. Это была рубрика «Городские фишки и нескучные вам жизни».